Привет всем, друзья и гости канала. Ну и что ж, надеюсь, вы уже догадались по названию видео, о чем сегодня будет идти речь. А идти речь будет о дальнейшем продолжении прохождения GTA 5. Зря, что я наперед не записал сразу серии 2015, но я думал об этом. Но сейчас вам все, друзья, покажу. Что с Рокстаром, я просто... Интернет есть, все есть, но вот сейчас просто... Гляните, что Рокстар меня даже в игру не пускает. То есть сейчас вы посмотрите. И я так думаю, что на днях будет Dying Light 2 в связи с этой херней. Вот. Или это из-за этой херни, что сейчас творится. Или это... Из-за нашего провайдера. Хрен его знает. Давайте сейчас посмотрим, разберемся и решим вместе, что сейчас делать будем. Потому что, друзья, это не дело. Да. И вот, друзья, видимо, что у меня сейчас вылетело. Автономный режим. Автономный режим. Ну и как вы уже видите, прервался ненадолго. Автономный режим, то есть это говорит о том, что нет интернета. Но интернет-то у меня есть. Видим, все работает, как бы. Даже браузер я запускаю. Вот, браузер работает. Все работает как бы, но да, к сожалению. Давайте мы теперь, ладно, посмотрим, как будет с VPN, то есть как вообще повлияет VPN. У меня VPN всегда работал, у меня VPN всегда работал. Помню, я тогда говорил, что у меня с провайдером были какие-то дела. Давайте новую вкладку. Да, если оно долго грузит, то это тогда да. Так, опять запускаем Rockstar, сейчас ждем. Ну, я так думаю, что же опять я так предполагаю, что на днях буквально у нас будет Dying Light 2. Ну, а насчет опять придется приостановить это все дело. Нам не горит, в принципе. Ну, как бы мне тоже не горит ее удалять, но... Просто, чтобы 100 гигабайт занимало место. Да, это, друзья, да. Это не весело, чтобы просто 100 гигабайт занимали мне место. Так, хоть игру установлю новую, а так... Ну, видим, опять же, то же самое с VPN. Сколько раз, я не знаю. Я уже переключался на другую страну. На другом компе пробовал. Уже. На белом том старом. Понятное дело, там подзаморочился, чтобы туда Rockstar установить. Подключал напрямую к интернету. Ну, блин, на батином компе тоже пробовал. Ничего. Варианта 2. Или это из-за этой херни. Санкции, со-санкции и так далее. Или это из-за нашего гребаного провайдера. Ну, опять же, друзья, поменять IP-адрес стоит 50 гривен в месяц. 150 гривен. Мы платим за интернет и 200 будет так и 50 еще. Ну, блин, будет чистые 200. Чистые 200 гривен будет. А за эти чистые 200 можно, ну, купить что-то. Или поменять даже нормального провайдера. Вот, смотрели недавно. Ну, ладно. Не буду, друзья, затягивать с этим всем. Вот, с этим всем я не буду затягивать. Пишите в комментариях,
Если что, я опять установлю GTA, установлю Deadline, потом уже подумаю над GTA 5. На днях, наверное, ждите ролика по новой игрушечке Deadline 2. 2. И все. Вы все сами увидели. В принципе, как бы... Давайте еще попробуем запустить, чтобы уже просто убедились. Просто. Ну, вот. Вот. Ошибка при запуске игры. Повторите попытку позже. На этом, друзья, все. Вы уже все сами увидели, в принципе. Да. Все. На этом, ребятки, все. Не буду тоже вас задерживать. И себя не буду задерживать. GTA 5 мы торжественно удаляем. Да. Ну и как бы все. Не надо. Все, друзья. Примерно сейчас буду устанавливать дедлайн второй. И все. На этом, друзья, все. Всем огромное спасибо за внимание. Всем удачи и всем пока-пока. До скорых встреч. Я пойду качать Deadline и ждите ролика по новой игре. Все, всем пока.